Да, в скандальное интервью при Уинфри Принц Гарри и Меган Маркл попортили кровь королевской семьи уже точно потрепали нервы покойной монархине. Теперь, похоже, их гложет вина, и они боятся вновь наговорить лишнего, пишет Page Секс. Намерения Гарри и Меган... Насолить королевской семье испарились после кончины королевы. Герцоги больше года работали над документальным сериалом для крупнейшей видеоплатформы и готовились представить его уже в декабре, однако после траура по скончавшейся монархине они вдруг заявили, что нужно внести правки, а это сдвинетрили с картины до конца следующего года. Издателям не осталось ничего, кроме как согласиться с парой. Источники заверяют, что причина изменений в планах очевидна. Они хотят убрать все, что выдали о Чарльзе, его жене Камиле, принце Уильяме и Кейт, так как действующие лица серьезный статус. Идет много разговоров об этом. Слышал, что Гарри и Меган хотят, чтобы работа над сериалом продлилась до следующего года. Они хотят остановиться. Передает приближенный к производству мемуаров. По слухам, Чарльз с нетерпением ждет новых откровений сына и снохи. И от увиденного может зависеть многое, например, титулы внуков. Видимо, 38-летнему Гарри стоило приложить много усилий, чтобы оттянуть премьеру фильма. Netflix очень хотели, чтобы шоу было готово к трансляции в декабре. На генерального директора Теда Сарандоса, который в хороших отношениях с Гарри и Меган, Оказывается, большое давление, чтобы закончить шоу, уверяют источники. Однако спешные действия герцога и герцогини не дали положительных результатов, их все так же, как и раньше, не жалует отец Гарри, теперь уже Карл III. Как согласно информации, опубликованной на сайте королевской семьи, нынешний король понизил горе родственников в ранге. После них указан принц Эндрю, который опозорил близких обвинениями в педофилии.